Привет, привет. Перед вами грязевые терапия, грязевые ванны. То есть целость терапия. Это Грузия, мы обмазались грязью, вот совершенно обмазались полностью. И для нас, для многих было открытие, что можно при такой слое иметь скафандры и ходить при 40 градусов даже тепла. Даже при 50, потому что на самом деле под этим слоем становится как-то очень холодно. Да, я мерзну, мне очень холодно, я вам правда говорю. На улице плюс 38, плюс 40, мне холодно. Пока что холодно. И это будет продолжаться около, не знаю, полчаса, пока грязь не высохнет и не станет отваливаться кусками. Вот. Нам, конечно же, классно, как... Как в детстве, это такой кайф. Погрузились снова в детство, в хрюшек. Еще матрюшек. Что хочется отметить, мы же совершенно не стесняемся друг друга. Мы вот как-то пришли к такому не сразу, постепенно, да, но это вообще очень естественно. Мы просто кушаем.